После школы, только это совершенно ребенок. Вот тут чисто психологический барьер, потому что я давно уже не школьница, получается. Да? И было немножко такое в начале. Ну, если актер сам верит в то, что он молодой, там, то, что она играет ребенка, мне проще играть 9-летнего мальчика, чем вот 18-летнюю, 17-летнюю девочку. Потому что, ну, мне как-то ближе. А это девочка, которая хочет влюбиться, хочет любви, хочет увидеть новый мир, новые отношения, что-то новое для себя. В этом плане немножко, ну, это, скорее всего, внутреннее. Было так. А так, как всегда, с Сергеем работать очень интересно, приятно и быстро. Это вопрос к Сергею Станиславовичу на самом деле. Но интересно, это не только Япония, это вообще Восток. Там где-то Китай есть, где-то Япония, где-то Корея. Ну, вообще восточная тема, короче. Там же тандем. Там тандем и художника-сценографа, режиссера, получается, и художника по костюмам. И сначала этого не было, ну, в начале. В начальном этапе репетиции. А потом появился Ким Ки-ду в связи с последними событиями. И появился Восток. Так вот. Так что имена у нас будут не русские. Я, например, не Ирина, а Янсо. Себе телефон, да. Моим жукам вот тоже сдерживают. Вот, я механа. Чувствую, Господи. С Богом, Геннадий. Ты у меня беря. Беря, пап. Мы, ладно, мы, да, и не так понижа, ты говорила, в городе, правда? Тебе были, мы сдержим на вас, когда им тут не мать, да? Адисайя! Аню! Чон диен фак диен эн бу. Джемин. Бу. Эй, яхан. Механ. Гейдера бог, чонан тугура бог гуян. Чон диен фак диен эн бу. Онна тугой. Күште ауэлэптэн хумолдула тугольпэд гюнде доғыр тугор чон диен факка. Аспа тазыда гюнде доғыр тұрупта дзерин күнтурбана кетті. Эн тугун ханды гэн эгдердім дэ, а? Чон Юен Пак Чен Бумин. Жүрелі бұтық дейінді ақпын. Қанда бағалар екенде. Алдыр ағын. Өсір бейдім аны қалланге. Қайдай.
시민이나 뽑아놨대. 근데 근데 왕끝에 누나 기회에 위너가 나왔죠. 처음 위엔 빠뜨리던 미엔은 어느 밑에 처음 위엔 빡 만나기 위해서 또 학교에 보내 아야 Людово. Кочек-кочек, Людово, Павла. Я Марита. Марита, солдат Сиримельда. Нам кем нет? Узумаки, Наруто. Наруто. Дюктим. Ты мне не морал, он пота был лопатый. Эй, да. Ты верили, как ты мало лопатый. Ол күнан баран ойоғыңы таршы еді. Жоқты о. Ха! Эн, бір дүйірімі дүйірімі әкін көрсін дес бүкін, онда жем бала әлгәрімін бүкін. Қолы отты о. Дән садағы күн ойоғым оңы күлігін ақар еді. Түгін, өйті әп бағай бұл. Ашчыға келені күтті меген білімін дәрі. Олды о. Өйтмен бірігін дәрі Алик, жігіттебет, ча, әнәрі тұсықар. Әскөтінен сөбеді әр болақына. Анна, құрағалы соғысты қастыңдары бет. Мен қанда сұлтиват ағымыра, әдет, бұл сана тақында. Честно сказать, у меня кредо, самая наивысшая цель — это нервировать главного героя. Но она любит Верочка, Хуанхи, она любит Виена, и бывает так, что девочки, не зная того, сами начинают надоедать и навязываться. И она точно такая же. Она любит его чистой любовью. Но она глупышка немножко. Она не обременена интеллектом. И поэтому для нее некоторые границы, тонкие границы стерты. И немножко пренебрегают деликатностью. И вот нервничает. Нервирует главного героя. Восточная эстетика, ну, на самом деле, в моем опыте это что-то необычное. Это для меня первое. Первый опыт будет. И мне достаточно таки нравится. Мне кажется, мне просто прокрадывается мысль, что у нас у Альберта Алексеева сильно выражены азиатские черты лица. И мне, по-моему, кажется, что он от темперамента и от внешних данных, наверное, Сергей Потапов оттолкнулся. Ну, Сергей Потапов сам говорит, что вот недавно не стало великого режиссера Ким Ки Бука. Ну, он, конечно, был персоной нон-грата в Корее и хотел тем самым немножко дать дань уважения Ким Ки Дуку. И, может, поэтому он выбрал корейскую эстетику, но мне кажется, это, по-моему, диктовало больше всего внешность и темперамент актера главного. Сергей Станиславович, спасибо тебе большое, что ты взял меня на этот спектакль «Корьяворых Брауд». Ha! Ha! Ha!
Kendis anladı gelen tüsterde köyen de mesu. Aman da bayılma. Çabak öyle yap bir daha. Hadi yap. Hocam doktor beni. Ulan gel. Gel. Ulan doktor. Vardın da. Anam da var. Ən ondan sanarqam. Ən biyik oğulu soq. Toçi. Nə mərhəbətdir? Hə? Savar, bana. Bey onu barbadaq ki yaxınılır. Qatda onu qısın onu, hə? Toğum ilə istəyir. Mənim də sonra o var. Toğum ilə gün, hə? Gün. Soğum ilə tanıdan bastı gəlir. Сыбия, ты кем я так бе? Я дай тебе сватам, я тебе всю респект. Блин, кей, хэво, батах, сарсер. Сам дадума тугу дагана тэндер яхтсу. Ох, эмбей кору буду бэйн тэндер яхтсу. Эмбей тай бэкин, эй. Чон лин. Грэд. Ру, он тэмбей мандалон. Он не буду. Жим отуна бар. Сух, эн сүрдяран дейін толгу үйбедет. Жиг ұтына бар тұр. Сау кен өледі кен. Жиг ұтына бар тұр. Бір жиг ол кен мекен өледі керек. Оларды, мен кәтпәк бол. Суға дейін бол бата. Мене еге қандары батты өттен. Батты өттен көне. Мене кәп бол ер. Суға дейін бол бата. Эн мәк сүрін, сүрін дұлын әкпәдің. Ол соқты да. Ama bak nasıl bana bu var. Yerinde. Yer. Hep paradanımda okur. Mamestra. Paradan. Ona yaşadım. Sahayır. Geriye gel Fatta. Вот, зараплифу. Топ-бог, дым.
parçalı. Gavici varifu. Bir buhan buladı. On solusta da bir yedin ağına bana acıman. Gemen iki köşe futbol bana. Peki, kız bildiği spiten gidi vardı. Стиль ляхпаларна, корейская стиль, бухавийская драма, турора бербите, уже интересно. Антес, бу утиная охота на корейском диганатах, а ахпачо на баре интерьерке. Тут тех хавит рода. Нам самим тоже интересно. Я, например, Кузаков сижу, и даже имя поменяли на Лао. Намек на лавцы их. Вот. Ну и есть реплики на корейском. Энбейки. Аласты капси тета. Энбейки аласты кто парна капси петан петрата. Он носит тарепи и едями. Аддах кутенере. Аласты кто бит Sen olarak. Sen bir tane giriyen efeden gir. Kustu bak bak bak. Sen bir de bak. Ne giriyen ne müdüren. Oğlum bak. Kustu adım bayağı. Ben de harika. Kitabı sıkıntı alınca bak. Dur. Tabii yok. Benim kim? Nasıl gitti lan? Süper. Kibar. Kendine bak. Hadi bak. Кто не отмечает? Того, что кем я брался, чтобы пенгивен. Он на этом этапе не сух. Вампил вот такая социальная бытовая драма там. Не хотелось так какой-то быт, поэтому немножко такой, в таком каком-то условном восточном стиле сделали. Потому что показывать вот то время советское как-то не хочется. Ну и азиатская тема, она ближе к нам. Что все-таки Зилов должен застрелиться. Вот. А чисто по восточному, по азиатскому, это, мне кажется, правильно. Европейский Зилов, он не застрелится.